Задержался я сегодня в болоте. Набрел на хорошую клюкву, и хотя мой кузовок сильно потяжелел, не мог удержаться от соблазна. До машины мне по болоту идти километр с небольшим. Но дорожки здесь не асфальтовые, припрыжку не побежишь. Ну вот я и добрался до своей кибитки кочевой. Сегодня я приготовил суп с лапшой доширак и говяжьей тушенкой. Это будет мой ужин и завтрак. Завтра утром быстренько разогрею и снова в болото. Клюкву собирать. Очень увлекательное занятие. Бродить по болоту и собирать клюкву. После такого трудового дня, а я сегодня два раза заходил в болото, выпить стаканчик крепкого напитка сам Бог велел. После него и суп вкуснее, и приятная расслабуха во всем теле, и помечтать хочется о будущем. Хотя о каком будущем можно мечтать, когда тебе уже 85-й год? Тут пора уже думать о вечности. Моя Нива стоит на небольшой полянке в кедровом лесу, который подступает к самому краю болота. Вон стоит огромный кедр, макушка которого возвышается над всеми остальными. Вся земля вокруг этого кедра усыпана шишками, которые вышелушили кедровки, белки, бурундуки и прочие любители кедровых орешков. Долгие годы обеспечивал их кормом на зиму щедрый кедр. Кажется, нет такой силы, которая могла бы сокрушить это могучее дерево. Но есть такая сила, незримая, неумолимая, которая каждый день, каждый час совершает свою разрушительную работу. С каждым годом все мельче становятся шишки, все больше среди них скрюченных. Все меньше вырабатывает дерево смолы, которое залечивает свои раны. Засыхает и отпадают по какой-то причине ветки. Все больше появляется желтой хвои в густой кроне кедра. Засыхает и отпадает кора. Появляются на стволе жуки-короеды, личинки которых грызут его почти неживое уже тело. Из последних сил держится он своими слабеющими корнями за землю. Но эти силы кончаются,
И, наконец, глухим стоном падает он на землю. Ну и на земле неживое уже тело продолжает приносить какую-то пользу живому миру. Находит приют в середине его трухлявого ствола мелкие зверушки, растаскивает по своим муравейникам кусочки древесины муравьи, высасывает из его плоти чего-то, облепившее ствол грибы. Но пользы этой становится все меньше и меньше. И, наконец, ничего уже не остается на том месте, где лежал этот кедр. И вспомнить о нем будет некому, потому что человеческая жизнь почти в 10 раз короче жизненного века кедра. И окончательно превратившись в прах, становится он этой таежной почвой, на которой прорастают и тянутся к солнцу новые деревья, радуясь своей молодости, силе, не помышляя о том, что когда-нибудь и их постигнет участь этого некогда могучего исполина.